коньки разные по линейке. И, соответственно, и катание немножко другое. И с размером. Очень странная размерная линейка. Да, вообще кстати, непонятно. Многие жалуются, что предыдущие, например, там у тебя 9 фит 2 и Hyperlight 9 фит 2, не факт, что зайдут. Поэтому приходится и спиной, и лицом. То есть 50-50. И, соответственно, ну, очень приятно. Взял раньше батьки коньки. Вот, я пока ничего не сказать не могу. Но положительный отзыв, это тоже отзыв. Спортсмены, всем здрасте! Сегодня у нас на льду наш подписчик Валера. Он приехал с Мурманской области. И получилось так, что Валера приобрел коньки Bauer Hyperlight. И выскочил на них раньше, чем я. Он уже сегодня, у него третий лед. Катаемся и после тренировки поднимемся в наш скромный маленький магазинчик и пообщаемся. Валера расскажет о них поподробнее, так как он 4 года катался вообще на Supreme 2S Pro. Поехали! Итак, наш подписчик Валерий, он приехал с города Ковдор. Ковдор, это Мурманская область. Созвонились мы с ним, он мне первый раз позвонил. Значит, он катался 4 года в коньках 2S Pro. 2S Pro в Супримах. И в итоге расскажи, как так получилось, что ты захотел Hyperlight. Решил попробовать другие коньки, так как в этих коньках в 2S Pro немножко другое катание было. Оно, скажем так, более мощное, нежели в Hyperlight. Так как коньки разные по линейке. И, соответственно, и катание немножко другое. Ну, могу сказать только положительные эмоции. Очень доволен. Приятно. Катание, конечно, изменилось, и посадка немножко по-другому. И с размером. Очень странная размерная линейка. Да, вообще кстати, непонятно. Многие жалуются, что предыдущие, например, там у тебя 9 фит 2 и Hyperlight 9 фит 2, не факт, что зайдут. Вот в чем проблема. То есть ты все через примерку подбирал? У меня сканер вообще показал 9,5 EE Supreme. Так. А это 7,5 фит 2. То есть два размера. Такого же не может быть. Ну вот. Поэтому вот, если кто-то будет покупать, обязательно, ребята, мерьте. Мерьте, да. Примеряйте, пробуйте. Потому что два одинаковых конька в одном размере. Один садится, другой нет. Непонятно почему. То есть вроде и по стельке одинаково, и по стакану одинаково, а сам ботинок только мерить. На сегодняшний день ты откатал 3 льда, вот ты первый лед выскочил. Как вот привыкание? Привыкал, не привыкал? Ну, честно говоря, я вообще не почувствовал. То есть немножечко посадка изменилась, то есть присел поглубже. Угу. За счет того, что все-таки Supreme, они более высокая стойка для мощного катания. А Hyperlight и Vapor, они более для маневренности. То есть виражики вот эти резкие, перемещения. Вот для них, в принципе. А канавка, ну, у тебя сколько? Канаву я сделал 25-ю. Угу. И Superior. То есть профиль Superior, вот да. Как у меня было на 2X Pro. Канавка у меня сейчас тоже 25-я.
То есть, короче, тебе понравилось, подходит. Да, и очень довольно удобно. То есть и спиной вперед, и лицом вперед. Просто Валера играет большую часть сзади, но впереди выскочить тоже может. Атакующий защитник, да, вот очень, очень важный момент. Поэтому вот приходится и спиной, и лицом. То есть 50-50. И, соответственно, ну, очень приятно. Взял очень раньше удобно батьки коньки. Вот, я пока ничего не сказать не могу. Но положительный отзыв — это тоже отзыв. Вот, потому что многие говорили, что коньки ни о чем, дорого и так далее. Но стоит за них, да? Хочу отдать сказать про язык. Так. Сначала вроде как потрогал, язык как будто тряпка, да, вообще. Да. То есть ветошь. Вот сейчас после двух раз язык как бы на месте, и шнурки с пропиткой. Пробовал затягивать сильно, не передавливает. Угу. То есть довольно-таки хорошо держит. Все гармонично, да, да? То есть довольно-таки хорошо держит. Я не скажу, что язык какой-то слабый. Да, с виду на ощупь слабоват, но когда играешь, не знаю, не попадали, не угу попадали. Может быть, какие-то неприятные ощущения будут, но во всяком случае шнуровку держит хорошо. То есть язык сидит плотненько, отформовали, он сидит по голеностопу, ничего не мешает. Угу. То есть нет никакого дискомфорта с языком. Но когда я буду их тестировать, обязательно в язычок побросаем. Вот. Ладно, спортсмены, это вот первый наш отзыв нашего подписчика. Он на Hyperlite положительный. Пишите, может, кто-то уже из вас тоже катается, расскажите ваше мнение, как чего. Потому что вначале, честно говоря, восприняли данную модель не очень. Первое – это цена. Второе – это вот расцветка, краски и так далее, да, там стали в комментариях писать. Ну и третье – это сказали, что коньки рассыпятся, швы, нитки торчат и так далее. Хотел бы еще сказать по посадке. Вот именно эти коньки, когда я их только одел, начало давить кости везде. То есть где маленький мизинец, большой палец. Буквально минута они присели, и я вообще не почувствовал никакого дискомфорта. То есть можно было и не формовать. То есть они сели нормально. То есть сначала такое жесткое ощущение, что все, давит тут, давит там. Все как-то село на место, и никаких проблем не стало. То есть дискомфорта, ну, нет. Пока положительные эмоции, а там дальше посмотрим. Итак, не забываем, в каждом бауле для разогрева вашего тела гель Тафгай. Ну и в случае ушибов, травм и так далее, охлаждающий гель Тафгай. Играем в хоккей. Хоккей для всех. Большой выбор новой ИБУ хоккейной формы в магазине «Хоккейка».